Всем привет, с вами Алекс и сайт RimPC.by. В этом видео хотелось бы рассказать про просто крышесносную новость. Сегодня, 4 октября, в пятницу Rockstar Games таки анонсировали официально Red Dead Redemption 2 на ПК. Давайте смотреть и разбираться, потому что просто офигеть, различные особенности и нюансы. Итак, официальный выход, вот они в своем твиттере, 10 миллионов человек, сейчас на официальный сайт зайдем. Отметили 5 ноября выход на ПК Red Dead Redemption 2, пожалуйста. И давайте зайдем сейчас на официальный сайт. Предварительная загрузка, ну и покупка с помощью сервиса их Rockstar лончера, который они запустили. То есть, ну, свой лончер, как Epic Games, как Steam. Они не просто так, оказывается, его пару недель назад выкатили. То есть свой собственный лончер для игр своих в основном. Как раз таки перед выходом Red Dead Redemption 2, о чем я, кстати, тоже упоминал в видео. Слушок такой был, и да, он подтвердился. То есть, начиная с 9 октября уже можно сделать предзаказ, то есть купить. С 9, через 5 дней уже можно предзаказать. Причем, что любопытно, здесь много интересного для тех, кто делает предзаказ. Сегодня мы с гордостью сообщим, что Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК 5 ноября со специальными бонусами, доступными игрокам, совершившим предварительную покупку через Rockstar Games Launcher. Начиная именно через лончер, кто купит, не в Steam там или Epic Game или где еще будет, а именно через их лончер. Начиная с 9 октября, вот кто сделает заказ именно через их лончер, то получит. Мы также хотим поблагодарить миллион людей, которые уже запустили лончер и так далее. И, кстати, вот про бесплатную GTA San Andreas, которая сейчас в том же Rockstar лончере раздается до, получается, 8 октября. Она будет еще раздаваться. У вас есть еще 4 дня ее забрать. Я видео делал, оставлю в описании. То есть, может, кто-то пропустил. То есть, GTA San Andreas в этом лончере бесплатно можно забрать себе в библиотеку. Не забывайте, я уже видео делал. Поэтому вступайте в группу ВК, чтобы не пропускать такие новости. Дальше. Читайте дальше для получения более подробной информации о долгожданном запуске Red Dead Redemption 2 на ПК. Следите за мной. Значит, так. Первая игра из серии Red Dead Redemption, которая будет на ПК. Причем содержит ряд графических и технических улучшений для расширенного погружения, а также новые миссии по охоте за головами, укрытие от банд, оружие и многое другое. Red Dead Online. Red Dead Redemption 2 для ПК также включает в себя бесплатный доступ к общему живому миру Red Dead Online со всеми ранее выпущенными улучшениями, ну и все дела. То есть онлайн-версия будет, само собой. И для тех, кто предзакажет. Вот, предварительные покупки для Red Dead Redemption 2 для ПК начинается с 11.00. В общем, 9 октября. Исключительно пока в Rockstar Games лончере. До 22 октября. С ограниченным сроком в течение этого периода можно, кстати, урвать себе две каких-то игры. Вам еще дают, если вы делаете предзаказ. Ну, то есть, одна из их игр. И различные другие плюхи, дополнительные бонусы перед покупкой. То есть, все, ну, различные бонусы для тех, кто сделает предзаказ. Очень круто, круто, просто бомба. Делайте лайки, репосты, обязательно расскажите друзьям. Так и свершилось. Все ссылки я оставлю в описании. С вами был Алекс и сайт RimPC.by. Спасибо за просмотр.